Всем привет! Сегодня мы узнаем, как охотится лиса, а перед началом данного видео не забудь подписаться на канал и поставить лайк, а мы начинаем! Вся жизнь лисы строится на охоте, таким образом она питается сама и кормит свое молодое потомство. Учитывая, что данное хищное животное в основном обитает парами или небольшими семьями, лиса охотится почти всегда в одиночестве. От наличия пищи в местности зависит их проживание. Рацион питания у лис довольно разнообразен. В основном это мелкие грызуны и крупные животные, типа зайцев и птиц, а также некоторые виды растений. Лисья охота похожа скорее всего на охоту кошки, нежели родственника волка. Услышав шуршание мыши или кормящего на земле дрозда, лисица подкрадывается поближе, а затем прыгает. Но прыгает, в отличие от кошки, тоже в основном на слух. Такого рода охота на мыши не только добычлива, но, вероятно, по лисьим представлениям необыкновенно увлекательна. Лиса не просто бродит по лугам в поисках мышей. Если лиса услышит писк мыши или шорох, то она настораживается и может начать охоту. А куда бы она перед тем ни отправлялась? Но уважающая себя лиса очень хорошо знает все мышиные места своего охотничьего участка. И отправляясь на охоту, идет не абы как, а именно туда, где можно рассчитывать на успех. Придя где-нибудь на луг, лисица садится и слушает. Услышав писк или шорох, делает направление зверька несколько осторожных шажков и замирает, снова вслушиваясь. Когда очередной шорох раздается в пределах досягаемости, лисица высоко подпрыгивает и падает передними лапками точно в место, где находится зверек. Схватив зверька зубами, лисица глотает его, практически не жуя. Не каждый прыжок, конечно, увенчивается успехом, а мыши тоже начеку, и порой несколько прыжков следуют друг за другом. Охота может продолжаться часами, мышковать умеют и собаки, и волки, но у никого это не получится так изящно, как у лисы. А на этом, пожалуй, все. Если тебе понравился данный ролик, то ставь лайк и подпишись на канал. Всем до нового видео!